Уважаемые жители района Тараклия, инспекторатом полиции Тараклия в канун летних каникул проводятся мероприятия по операции «Забота», целью которой является предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений в отношении совершеннолетних. В учебных заведениях сотрудниками полиции проводятся лекции с детьми и профилактические беседы с родителями. Как правило, в период летних каникул дети чаще всего остаются без присмотра, поэтому необходимо чаще разговаривать с детьми и напоминать им самые элементарные правила поведения, от которых зависит безопасность их жизни. Родители несовершеннолетних должны принять все необходимые меры для исключения фактов травматизма, употребления спиртных и табачных изделий несовершеннолетними, самовольного ухода из дома. Напоминаем, что родители несут ответственность по закону за ненадлежащее содержание и воспитание своих детей. В связи с изложенным, инспекторат полиции Тараклия призывает быть особенно внимательными в период летних каникул, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать технику безопасности при пользовании электрическими и газовыми приборами, играть вдалеке от проезжей части дороги, не разжигать костер без ведома родителей. Отдыхать на водоемах следует только в присутствии взрослых. Для предотвращения какой-либо опасности ребенок, столкнувшись с сомнительной ситуацией, должен позвонить по телефону родителям, которые всегда должны быть доступны, либо обратиться в полицию по телефону 902 или 0294-21180. За текущую неделю мая месяца офицерами по уголовному преследованию было начато 3 уголовных дела, а именно – незаконное проникновение в жилище, расположенное в городе Тараклия. По данному преступлению лицо установлено и проводятся процессуальные действия по сбору доказательств его вины. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф в размере до 6 тысяч лей или лишение свободы до 2 лет. Незаконное изъятие заявления собственников земельных участков на аренду земли из бухгалтерии предприятия «Агроалбата». По данному преступлению лицо установлено и проводятся процессуальные действия по сбору доказательств его вины. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит штраф в размере до 8 тысяч лей или лишение свободы на срок до 3 лет. Кража трансформаторного масла из трансформатора, расположенного в юго-восточной части Тараклии. По данному преступлению лица не установлены. Данное преступление очень негативно отражается на социальном уровне граждан нашего района. Некоторым приходится находиться без электричества по несколько часов. Поэтому призываем всех жителей района Тараклия к активному сотрудничеству с полицией. О всяком готовящемся или совершенном преступлении или нарушении закона со стороны полицейских звоните по телефонам горячей линии 0787-70-910, 0787-70-925. Инспекторатом полиции Тараклии за совершение преступления, предусмотренного статьей 287, части 3 Уголовного кодекса Республики Молдова, злостное хулиганство, сопряженное с применением насилия к людям, с применением предметов для причинения телесных повреждений, разыскивается гражданин Кириогла Павел Афанасьевич, 16 ноября 1990 года рождения, житель района Чедерлунга, села Копчак, улица Горького, 52. Люскан Иван Васильевич, 4 ноября 1989 года рождения, житель района Чедерлунга, села Копчак, улица Суворова, 1. Кирчиогла Григорий Петрович, 9 июня 1992 года рождения, житель района Чедерлунга, села Копчак, улица 8 марта, 22. Которые после совершения преступления скрылись с места жительства от органов уголовного преследования. Если кому-либо известно местонахождение данных лиц, просим вас сообщить в адрес правоохранительных органов по телефонам 902-0787-70-910-0787-70-925. Академия полиции имени Штефана Челмари Министерства внутренних дел Республики Молдова объявляет набор на учебу юношей и девушек. Кандидаты на обучение должны быть гражданами Республики Молдовы, выпускниками лицеев и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет, не ниже 170 см роста для юношей, а для девушек не ниже 165 см. Первые 2 года курсантов обеспечивают жильем. Срок подачи документов осуществляется до 15 июня 2016 года. За дополнительной информацией обращайтесь по адресу город Тараклия, улица Первомайская, 69.
69, Тараклийский инспекторат полиции с 8 до 17.00 часов. Телефон 0294-25-241. С информацией вас ознакомила лейтенант полиции Коряк Нина.